Как поменять мотор на вашем аппарате GR3770? На примере аппарата GR3750. Не откручиваем, просто отжимаем. Все, и мотор остался в руках. То есть сначала разъем снимаем. Без разницы как. Ну, лучше сначала выгнать разъем, потом его. Теперь дальше. Вам нужно будет поставить вашу шестерню сюда. Здесь стоит другая модификация. Вставляем шестигранничек, двоечка. Откручиваем раз. Откручиваем два. Все. На своем сняли, на этот поставили. Здесь есть паз. Один шестигранник попадает на паз, независимо как любой. Поставили вот в том положении, как он сняли, то мы поставили. Все. Раз. То есть можно показать процедуру обратно. Раз. Один я ставлю на паз. Второй контрольный. Ставим. Аккуратненько. Вот это для зажима. Вот. Попадаем сюда. Лоб. Проверяем, чтобы оно попало. Попало, вот оно вращается. Поджали и зажали. Просто поджимаем. Раз. Два. Разъем. По-другому не поставите, здесь защелка. Но. И обязательно делаем вот такую вот беду, для того, чтобы у вас не порвало провода. То есть просто-напросто поджимаем провода. Вот эти. Все. Вся процедура. И теперь идем в обратной последовательности. Раз. Нажимаем. Два. Отпускаем. Три. Снимаем. Отпускаем со своего. И ставим свою и ставим сюда. Я мотор отправлю, нет, этот мы поставим назад, у меня есть мотор. Я отправлю мотор уже без шестеренки. Ну да, без шестерни. Не, если там на том будет шестерня маленькая, то можешь шестерню отправить. Ну, сейчас посмотрю, какие на складе есть. Ну что, шли, вот эти шли уже с 3770, и иногда на некоторых 3750 ставились уже усиленные. Здесь в данной ситуации стоит пяточка, вот это, вот это, вот это с усиленной моделью. А мотор еще, механизм позиционирования, уже стоит, еще стоит с маленькой. На FR-ках тоже ставились такие же, уже, на FR-ке уже стоит усиленная. То есть моторы со строя выходят. Редко, но выходит. Предсказать, когда он выйдет со струи, невозможно. Работает он при печати, при включении. Он позиционируется. Сразу же он отрабатывает звуки жик-жик. Это позиционирование прижима. Обязательно. При печати в любом случае он позиционируется. Тоже. При остановке он тоже позиционируется. То есть он постоянно в работе. Причем в работе и туда, и назад, и туда, и назад, и туда, и назад. А нагрузка довольно большая. Даже несмотря на то, что там стоит редуктор. То есть точно так же, как и моторы, краски выходят со струи, как и эти, вот та же самая беда. Но с этими реже они не так часто работают. Этот работает даже больше, чем мотор съемомастера. Он работает каждый раз. Ты остановил, поставил, включил машину, выключил, остановил, запустил. Он постоянно жик-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 жик.